Я ведь прожил достойную жизнь. Ты бы мной гордилась. Воронин, что за бред? Вот, вот, слушайте, нашла. Где нет валов, там ясли пусты. А много прибыли от силы валов. Вот. Мама, а это тут при чем? А что, не при чем? Нет. Саб-Зироу-то разнесло. Хорошо ржать. В городе эпидемия. Просто других масок в аптеке не было. Лень, поменяй эту маску. Хорошо. Пора уже. Кость, ну хорош ржать. Говорю, других масок не было. Лень, ты меня хотя бы предупредил, что придешь. Я тебе, не знаю, ванну набрал бы, бревен набросал. Будешь издеваться, я чихну на тебя. Ленечка, какая неожиданная встреча. Привет. Привет. Приятного аппетита. Спасибо. Так вот, оказывается, как ты бегаешь, да? За шаурмой. Это не то, что ты думаешь. Да, конечно. С вас 700 рублей. Тогда с вас телефончик. Нет. Ну, тогда хотя бы улыбка. Бесплатно. Подарок. Я предупреждаю, у меня есть газовый баллончик. Коль, ты слышал? Мы, оказывается, плохое окружение, а? Зато мы не трынди. В нашей большой дружной семье все должны поддерживать и прощать друг друга. Только не Марлен! Девочки, вы на нас не сердитесь. Да. Мы вас, правда, очень любим. Очень. И больше так не будем, правда. Очень. Нет.